Всем здравствуйте! И снова я нахожусь в Северной Македонии, но теперь уже в столице. Немножко передвинулась к северу. Город Скопье. Ребят, с этой стороны моста львы совершенно другие. Нет, ну они совершенно по-другому выглядят. Скоро будет ягодка. Скоро созреют. И вот мы пришли вот оттуда, забрались на самую высокую точку, чтобы посмотреть на город Скопье сверху. Посмотрите, какой зеленый. Кстати, да, в городе очень много парков. Все цветущее. Ну и застройка достаточно плотная. А сейчас захожу на территорию мечети Мустафы Паши. Это самая большая мечеть в городе Скопье. Кстати, была построена в 1492 году, пока итальянский Христофор Колумб, да, герой, открывал Америку. Вот здесь было построено такое чудесное сооружение. Какие своды расписные.